Я могу доложить, Игорь Георгиевич. Мы с Олегом Сергеевичем отработали вчера ситуацию, и завтра в 9 часов утра у нас пилотный, так сказать, пробный пуск специальной машины, которая будет работать в Нижнем парке на километровке. Там принцип тумана и очень большое покрытие. Та картинка, которая была в Челябинске, она, первое, что очень дорогая, второе, что она достаточно опасная, потому что она может там выбивать окна, стекла и так далее. Самое главное, что сегодня мы с Роспотребнадзором также отработали, пока мы не видим необходимости отработки дорог, поэтому в субботу у нас просто пилотно, чтобы мы посмотрели, какой туман образуется и какое покрытие. В принципе, в дальнейшем будем использовать для обработки клещей, если не понадобится. Кроме этого, отрабатываем остановки. Также попросили у лаборатории Роспотребнадзора есть ранцы, которые образуют туман. Завтра мы площадь Революции пробуем тремя видами ранцев. И начинаем обработку всех остановок. У тебя опять вот это, почему слепит сам односторонний только слепит, да? Или только или Евгения Юрьевна место? Я слышу вас. Там не Роспотребнадзор, подождите. Сейчас, коллеги, подождите минуточку. Чего хотелось бы предложить? Значит, ну, чтобы мероприятие было не только правильно полезным, точнее, сейчас оно больше популистское, да? Нужно, безусловно, нужно. Но еще и правильно полезным с какой стороны? Нам разогнать там, где народ. Я не знаю, может быть, нам территорию возле рынка, ну, там, где народ ходит. Понимаете, что вы Нижний парк обработаете? Я не знаю, будут там к тому времени люди, не будут, он у вас закрыт. Поэтому, как бы, вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей. Ай-яй-яй-яй-яй, значит, сейчас нас что-то это, только клещи потравят. Когда мы на набережной сделаем завтра как раз. У нас на набережной там постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники. Вот, то есть это у нас там буйство. Автомобили, это постоянно. Мы сегодня с Александром Николаевичем перекрываем все входы. Торгового центра, что молодые люди, там 50 человек на машинах собираются. Вы выберите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать. Понимаете, это вот со слабым умом. Мы хотели попробовать, а вдруг будет, как это, а вдруг полягут. Надо попробовать сначала. Привлекут к ответственности вас в прокуратуре, когда, если полягут кто-нибудь. Да. Поэтому в Нижнем парке, на километровке сначала. Послушайте, ну знаете...